программы «Украинская биржа». Определяющей чертой предприимчивого инвестора является его желание посвящать время и усилия выбору ценных бумаг, устойчивость и привлекательность которых превышают средний уровень. В перспективе многих десятилетий такой инвестор может ожидать значительного вознаграждения за большее мастерство и приложенные старания в форме более высокого среднего дохода, чем тот, который достается на долю пассивного инвестора. Это определение, данное Бенджамином Грэхэмом в 1949 году, как нельзя лучше объясняет успех его многочисленных последователей, наиболее знаменитым из которых является Уоррен Баффет, величайший инвестор современности и богатейший человек мира. Бенджамин Грэхэм является одной из наиболее значимых фигур в истории Уолл-стрит. Его называют отцом современного анализа ценных бумаг. Он не только подарил миру теорию долгосрочного инвестирования, но и сам стал его первопроходцем, доказав на практике, каких успехов может достичь разумный инвестор. Здравствуйте, в эфире биржевая азбука, цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный. Тема этого выпуска – фундаментальный анализ, факторы, которые влияют на рынок. Фундаментальный анализ основан на изучении различных факторов и сил, которые влияют на ценные бумаги, товары, компании, индустрии и экономику в целом. Цель такого анализа – прогнозировать будущие тенденции и получить выгоду из предвиденного движения цены. Если мы, например, видим улучшение прогнозов либо улучшение ситуации в экономике в целом, то, как правило, рынок реагирует на такие новости позитивно ростом котировок по большинству бумаг. Если это корпоративная новость, которая касается отдельной бумаги, например, это финансовая отчетность компании, либо планы о новых заказах, либо информация о повышении цен на продукцию компании, то такая новость влияет непосредственно на акции этой компании. И, как правило, такая новость влияет на акции сектора, в котором находится компания в целом. Фундаментальный анализ бывает трех уровней. На уровне экономики – это изучение макроэкономических индикаторов для оценки текущего и будущего состояния экономики страны. На уровне индустрии – это изучение сил спроса и предложения для данного типа продукта или услуги, рынка или отрасли. На уровне отдельной компании фундаментальный анализ включает в себя анализ финансовых и производственных показателей, управления, стратегии бизнеса и конкуренции. В долгосрочном периоде цену акций определяют финансовые показатели компании. То есть растет экономика, растут продажи компании конкретной, соответственно, растет ее прибыль. Растет ее прибыль, становится компания более интересной инвесторам, акции ее дорожают. Весь этот комплекс и эта цепочка называется вместе фундаментальным анализом. Сюда входит как общеэкономический анализ, то есть насколько растет экономика, да, вот это экономический анализ, как компания может воспользоваться ростом экономики, то есть сможет ли она увеличить свои продажи, сможет ли она, увеличив свои продажи, увеличить свою прибыль. Да, это корпоративный анализ. Нужно смотреть на перспективы компании, какие у нее есть портфели заказов, какие позиции на рынке она занимает. То есть, в принципе, есть ли потенциал развития этой компании. Вот, в принципе, делать вот ставку, как бы. Что касается металлургии, безусловно, следить, например, за тем, как ведут себя цены на черную металлургию на мировых рынках, как растут они, падают. То есть вот в связи с тем, как ведут себя цены, да, и коррелируют также стоимость акций данных компаний. Инвесторы на основе фундаментального анализа инвестируют в компании, акции которых недооценены рынком. Таким образом, они рассчитывают, что реальная цена будет расти до справедливого уровня. Для расчета справедливой цены используют различные экономические и математические модели. Как правило, инвесторы пользуются, либо аналитики, да, вот когда при составлении отчетов, пользуются DCF-модель, это дисконтирование денежных потоков, то есть рассчитываются будущие потоки денежной компании, и сравнительный метод. Вот в зависимости от того, какая это компания, используется тот или иной метод. Например, компании металлургического сектора целесообразнее использовать и DCF-модель, и сравнительный метод показателя аналогов. Изучая аналитические отчеты инвестиционных компаний, необходимо понимать, что они во многом субъективны. Несмотря на общие методы анализа, подходы к оценке той или иной компании или рынка у каждого аналитика свои. При этом фактически невозможно учесть всю совокупность факторов, которые определяют уровень рыночной цены в будущем.
Фундаментальный анализ является очень емким и трудозатратным процессом, да, то есть самостоятельно отслеживать за изменением справедливой стоимости акций инвестору нелегко. Для этого желательно использовать поддержку аналитической компании, команды компании, которая предоставляет услуги трейдинга, да, для инвестора. Естественно, чем шире спектр услуг аналитической поддержки для того же клиента интернет-трейдинга, да, тем больше он будет понимать, с какими бумагами он имеет дело. Для украинского рынка, равно как для любой страны, отрасли и компании, существует ряд наиболее значимых факторов. Каждому инвестору необходимо следить за их изменением, понимая, как они могут повлиять на стоимость акций. Есть нюанс, особенность, которая заключается в том, что фундаментальные новости, новости фундаментального характера в Украине появляются нечасто. И поэтому в большей степени в краткосрочном и среднесрочном периоде рынок отыгрывает психологию участников рынка. Также важный момент заключается в том, что украинская экономика достаточно открытая, очень сильно зависит от экспорта. Соответственно, изменение фундаментальных показателей экономик, которые экономика основных торговых партнеров напрямую влияет на наши компании. Фундаментальный анализ – трудоемкий процесс, поэтому для отслеживания ситуации на рынке и принятия решения по отдельным бумагам инвесторы, как правило, пользуются готовой аналитической информацией, обзорами и рекомендациями инвестиционных компаний. Понимание фундаментальных факторов необходимо для успешной торговли на фондовом рынке. Точку не ставим. В следующем выпуске «Биржевой азбуки» поговорим о техническом анализе. Не пропустите. Партнер программы «Украинская биржа».